Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр», студія Ніта Рашевська. Хто ніколи не повертається обличчям до влади? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Єдиний пам'ятник, мабуть, во всьому світі стоїть спиною к начальникам, к руководству, к управленцям. Добро завжди повернеться. Якщо ми говоримо о законі компенсації, о бумеранге, це все працює дуже добре в 21 віці 100%. Кожен чоловік має вчитися у другого. Це закон життя. Чим він більше хоче знати, чим він більше цікавиться, тим він багатше буде. Времена не вибирають. В них живуть і наслаждаються цією життю. Сьогодні, друзі, ми познайомимо вас з невтомними людьми, які, незважаючи на свої власні труднощі, знаходять в собі сили допомагати іншим. А ще вони вміють радіти дню сьогоднішньому і готові поділитися з вами цією радістю. Господа, ми в Одесі. Да, да, в Одесі. У стен знаменитого Одесского оперного театра. А прибыли мы сюда с интересной очень экскурсией. И члены этой экскурсии, они необычные совершенно люди. Мы вас обязательно с ними познакомим. И я думаю, что вам будет чему у них поучиться. Потому что вы знаете, что учиться, господа, никогда не поздно. Поехали! Господа, мы сейчас с вами от оперного театра вышли на Дерибасовскую и вместе с нашими героями шествуем по Дерибасовской к Спасо-Преображенскому собору. Одесса похожа на Николаев, но я хочу заметить, что Николаев все равно старше. Ну, пойдемте, погуляем по Дерибасовской. Идемте. На минуточку мы остановились для того, чтобы все-таки, друзья мои, ввести вас в курс дела. И вот Наталья Анатольевна Володко. Наталья Анатольевна, давайте уже, так как такой мы работаем в немножко экстремальной ситуации и обстановке, будьте добры. Итак, чему посвящена эта поездка, кто ее организовал и кто вы, Наталья Анатольевна? Добрый день, друзья, все, кто нас смотрит. Наверное, это вот есть возможность сказать, подтвердить еще раз, что у активных людей нет места для старости. То есть у нас замечательный проект «Здоровый образ жизни» для людей, которые перешли определенный возраст, да, и для тех, кто, к сожалению, не всегда может покинуть свой дом, и мы помогаем этим людям преодолеть определенные проблемы. Сегодня у нас такая экскурсия для тех людей, для тех волонтеров, которые непосредственно принимают участие в этом проекте, которые очень активно участвуют во всех наших мероприятиях, акции, занятия скандинавской ходьбой, просто определенные упражнения, которые они проводят в рамках офиса и кроме него. Люди позитивные, люди активные, люди удивительные, всегда готовы прийти на помощь. И, как вы видите, и понимают те, кто нам помог с этой поездкой. Эта поездка профинансирована спонсором, мы им очень благодарны. И я надеюсь, что в дальнейшем мы тоже будем иметь такую возможность путешествовать с нами. Не только люди элегантного возраста, но еще два поколения. Это студенты, которые принимают участие в наших программах волонтерской организации всеукраинской благотворительной «Турбота прилетних в Украине». И еще ученики второй гимназии, которые тоже принимают непосредственное участие с согласия родителей. Наталья Анатольевна, будьте добры, а средний возраст ваших волонтеров? От и до? Или, в принципе, об этом... От 6 до 91 года. Сегодня, к сожалению, нет с нами нашей Аллочки Константиновны, все-таки погодные условия. Она была настроена, но, понимаете, очень высокая температура, немножечко ее ограничила. А так вообще всегда все мы вместе. Ну что ж, тогда продолжаем нашу экскурсию. И вы, телезрители, вместе с нами, идемте. Thank you.
господа, мы уже у порога Свято-Преображенского собора в Одессе. Это такой потрясающий, грандиозный собор. Я думаю, что вы краем глаза увидели эту красоту. Светлана Васильевна, будьте добры, ваше участие в этой экспедиции, назовем ее так, и ваш рассказ краткий о этом прекрасном соборе. Что сказать? Наша соседка Одесса славится своими храмами и соборами. А вот этот считается самым красивым, самым богатым по своему архитектурному и скульптурному решению в нашем Северном Причерноморье. Великолепные колокола, великолепное оформление стен, двухъярусная сама церковь, она представляет себе сокровищницу всей нашей Украины. И великолепное то, что здесь реализовалось мастерство многих талантливых художников всей Украины. Поэтому для тех, кто заходит в соборы, для кого в церкви, он возвращается к самому святому на нашей земле, это нравственному, духовному воспитанию силы человека на этой земле. Светлана Васильевна, будьте добры, вы проводите массу самых разнообразнейших экскурсий. А сегодня вам досталась экскурсия тоже необычная. И к ней, может быть, нужен к этой экскурсии, к людям, которые принимают участие в этой экскурсии, особый подход. Или нет, или... Любознательность и познание жизни вокруг себя, оно присуще каждому возрасту. Ситуация в том, что экскурсовод всегда хочет узнать группу, с кем работает, с кем разговаривает, кому дает такую информацию, что важно, что не важно. И поэтому мы чаще всего узнаем и профессии людей, подходим к каждому группе индивидуально, дифференцированно смотрим. Поэтому рассказ для каждой группы совершенно самостоятельный, оригинальный. Экскурсовод и тот народ, который постоянно читает день, ночь, зимой, осенью, постоянно читаем для того, чтобы словить полную информацию. Ведь надо ожидать любого вопроса. А старшее поколение, оно особенно любознательное. Не случайно в таком возрасте люди поехали в такую далекую городскую Одессу. При температуре 44 градуса на улице. Посмотрите, все бодренькие, все счастливые, все живые. Мы приехали в Одессу. И, наверное, не случайно все-таки приехали в Одессу, в нашу ближайшую соседку. Нам есть, николаевцам, чему поучиться у Одессы. Но я думаю, что у Одессе есть чему поучиться у Николаева. Или Одессе нечему учиться у Николаева. Боже мой, каждый человек должен учиться у другого. Это закон жизни. Чем он больше хочет узнать, чем он больше интересуется, тем он богаче будет. Херсон, Николаев, Одесса, мы рядом, мы дружим. Мы учимся друг у друга, мы помогаем друг другу. Это совершенно нормальное развитие человечества в 21 веке. Друзья мои, мы находимся с вами непосредственно в стенах Одесского оперного театра. И вот сейчас первые впечатления от спектакля, ну и вообще от посещения нашей соседки Одессы. Наталья Анатольевна, итак? Вы знаете, экскурсия замечательная, спектакль чудесный, яркий, красочный. У всех просто восторг. Мы очень довольны, что несмотря на такую жару, мы все-таки совершили, действительно для нас это... серьезная поездка, серьезное событие. Очень благодарны тем, кто нам помог в этом. И, конечно, я надеюсь, что все, кто сегодня на спектакле, все, кто в нашей, с нами в поездке, будут довольны. Это даст им еще один стимул, тонус для того, чтобы оставаться активными и также продолжать творить добро для других. Марида, Тимофей, а тебе понравился спектакль? Да. А чем тебе больше всего понравилось? Музыка. Вот так, господа. Анна Борисовна, а вы, впечатления? Я счастлива, я просто счастлива побывать снова в Одессе, в театре. Это замечательно, что мы можем, мы еще можем. Друзья мои, вот скажите, несмотря на то, что жарко, несмотря на то, что дорога достаточно сложная, но сейчас в театре вы такие нарядные, красивые, нашим телезрителям, которые устали и которые никуда уже не хотят. Атмосфера в театре снимает всю усталость. Красиво, ярко, празднично. Прохладненько, настроение приподнятое, и
дай Бог еще не последний раз побывать здесь и поприсутствовать на таком. Да, мы поддерживаем мнение, поддерживаем. Ваши впечатления, и как вы, скажите вот по-честному, устали немножко? Немножко устали, но когда после спектакля, после первой части, сразу восстановили силы, и мы чувствуем бодрость. Увидел усталость в радость. Какая-то торжественность такая, торжественность, да. Очень приятно. Наши герои отправились на спектакль, потому что началось второе действие. Ну а мы, друзья мои, не смогли отказать себе в удовольствии задержаться еще на несколько минут. И я вам скажу, почему. Потому что сейчас вы слышали, как наши герои желали того, чтобы жизнь продолжалась, потому что жизнь действительно, она прекрасна во всех ее проявлениях. И скорбь, и радость, как говорится, слава Богу за все. А за моей спиной, господа, волшебное зеркало. Оно находится в Одесском оперном театре. Но как пройти мимо и как не сказать вам, что если сейчас вы, дорогие телезрители, посмотрите в это зеркало, все ваши желания непременно сбудутся, если это добрые желания. Ну а так как вы добрые зрители, то, конечно, ваши желания исполнятся. И уже очень скоро, внимание, посмотрите в это волшебное зеркало. Господа, мы сейчас с вами находимся около памятника Пушкина. Но Пушкин, Светлана Васильевна, будьте добры, Пушкин, он везде Пушкин? Или одесский Пушкин отличается от николаевского Пушкина? Ну, Пушкин – это есть Пушкин. Ничего тут не скажешь. Судьба его связана с Северным Причерноморьем. И не только с Одессой, а и с нами, потому что у него есть уникальная карта Пушкина, нарисованная его рукой, наше Северное Причерноморье. А Одесса особенно чувствует и помнит Пушкина. Тут он пребывал, ходил в театры, разговаривал с интеллигенцией, встречался с самыми видными людьми мира и нашего, и российского государства. Жил в гостинице месяцами, не случайно. Целый месяц прожил в гостинице, а сегодня это здание, музей Пушкина, литературный музей. Поэтому, когда построили лестницу, Пушкин сбегал по этой лестнице, поэтому много-много историй по басенок. Легенд, преданий, связано с судьбой и именем Пушкина в Северно-Причерноморье, как и в Одессе. Светлана Васильевна, а вот если можно, какую-нибудь короткую историю о Пушкине и Одессе, но в связи и через призму Николаева. Хорошо, я вам сейчас расскажу легенду, которую мне поведала, она нигде не публиковалась. Впервые вам тогда рассказываю. Эксклюзив, телезрители. Дело в том, что однажды, сидя на бульваре, я разговаривала с двумя женщинами старшего возраста. И говорю, неужели у вас ничего не сохранилось здесь связанного Пушкин Николаев? Это вы у меня выудили, это у меня забрали, впервые эта информация будет звучать на Николаевской земле. И вдруг бабушка говорит, а мне прабабушка рассказывала, что Пушкин ездил к вам. Ездил к вам, приехал, вот возмущенный, ходит по бульвару и возмущается. Это же надо, это не Николаев Перекопск. И вдруг я подняла документы и увидела, что в 1830-40-е годы город Николаев действительно можно было назвать Перекопск, потому что нивелировались улицы, и все холмы потихонечку снимались для того, чтобы город выровнять. Вот такая легенда впервые будет звучать в Николаеве. И все-таки Пушкин был в Николаеве, но Пушкину Николаев не понравился. Он не просто не понравился, он его увидел в то мгновение именно таким, каким он был.
Поэтому, конечно, он не мог не встречаться со своими друзьями. Конечно, не случайно наши краеведы говорят, что он 6-7 раз был в городе Николаеве. Конечно, у нас есть карта, написанная рукой Пушкина. В 1923 году ее впервые только опубликовали. И снова она исчезла. Я как-нибудь опубликую, а может быть, даже и вам подарю уже эту карту, чтобы вы посмотрели, как Пушкин зарисовывал Николаевскую землю. И Вознесенск, и знаменитые Альвийские земли. Он же собирался писать историю своего Северного Причерноморья. Мало кто об этом знает. Не успел. Вот так сложилась судьба. Светлана Васильевна, и коль мы уже находимся все-таки в Одессе, у подножия вот этого замечательного памятника Александру Сергеевичу Пушкину, у него тоже своя история? Конечно, у него связана история с тем, что он стоит спиной к начальникам, к руководству. И не случайно он стоит, потому что упорно бытует легенда в Одессе о том, что он когда-то... И к столетию со дня рождения Пушкина одесситы собрали деньги на памятник Пушкину. Но немножко денег не хватило. Обратились в Госдуму, сегодняшняя это мэрия. А мэрия сказала, а у нас-то денег нет на памятники. На что одесситы ответили, ну и не надо. Но вы будете наказаны всегда. Чиновники будут во всей истории, во все века смотреть в спину Пушкина. И поставили памятник Пушкину, дособирав деньги, спиной к мэрии. Вот почему... Единственный памятник, наверное, во всем мире стоит спиной к начальникам, к руководству, к управленцам. Памятник, кстати, скульптор, женщина, Полонская. Вот так по Одессе был решен вопрос о памятнике. Друзья мои, наконец-то мы можем присесть в тени и немножечко отдохнуть. В принципе, Одесса уже осталась позади, а впереди Черное море. А мы с Натальей Анатольевной можем чуть-чуть отдохнуть и вместе с вами поговорить о том, Наталья Анатольевна, будьте добры, итак, насколько все-таки сложно собирать такую поездку? Сложно, но дело в том, что люди, которые достигли определенного возраста, к сожалению, не всегда имеют возможность самостоятельно выехать на море. Насколько мне известно, сейчас очень много баз отдыха, которые, допустим, находятся и в Очакове, и, скажите, Коблево, Рыбаковка. Да? В принципе, если бы был такой разумный подход и учитывали, что при определенном возрасте и в нашей ситуации необходимо поддержать этих людей, было бы идеально, если бы бизнес включился в то, чтобы поддержать человека пожилого и дать ему возможность, ну, хотя бы на 3 дня. Я так думаю, что это небольшой убыток был бы, если бы хотя бы, допустим, с какими-то минимальными затратами. И люди этого возраста могли бы себе позволить такой отдых. Они нуждаются в этом. Ведь если мы возьмем большую страну, Советский Союз, наверное, все эти здравницы, которые в определенное время были выстроены, они же тоже в этом принимали участие. Большая доля их вложений в этом есть. И было бы неплохо, если бы на уровне даже города Николаева, Николаевской области, тот же Очаков, можно было бы позволить подобный отдых для этого возрастной группы людей. Хотелось бы, чтобы о них помнили не только во время выборов, а все-таки старались с большим уважением отнестись к этому возрасту, учитывая их, к сожалению, ограниченность в средствах. Поэтому, я так думаю, можно было бы продумать программу оздоровительную на местном уровне. Вполне можно договориться. Мне кажется, бизнес в большей степени открыт, чем мы себе предполагаем. И я думаю, что и власть заинтересована будет в этом, потому что это уже хорошие европейские стандарты. Это стандарты, где богатый платит за бедного. Это нормально? На этом выстроена медицина, допустим, да, в некоторых странах. Ну, я сейчас слышу, там, о чем мы должны платить за бедных, да, богатые? А чего вы должны платить за бедных? Вы знаете, был такой удивительный доктор Гаас. Он в свое время оказывал помощь тем, кто был в тюрьмах. Благодаря ему началась эта программа. Что дашь твое, что скроешь, что потеряно навек. Его фраза была «спешите творить добро». Вот для богатых «спешите творить добро». А добро всегда вернется. Если мы говорим о законе компенсации, о бумеранге, это все работает очень хорошо в 21 веке 100%. Дело в том, что старость, в принципе, она приходит неожиданно. Человек никогда не готов к ней, но вдруг в один прекрасный момент –
он понимает, что закончилась такая активная жизнь, и начинается жизнь пассивная. Но ваша благотворительная организация, она доводит до всех, что, в принципе, и в старости, но я намеренно не говорю в элегантном возрасте, а именно и в старости можно сохранять активность и быть полезным. Ведь так главное для людей быть полезным кому-то. Спасибо, Анита. Вы знаете, я думаю, что старость – это размеренность. Это размеренность, я по-другому это формулирую. Это размеренность, то есть я могу спланировать свой день неспешно. Я не зря говорю, это неспешность бытия, время неспешности. И можно путешествовать, не выходя из дому. Есть для этого, допустим, телевизор, который я не очень, там, допустим, да, скажем, рекомендую, потому что это у дивана. Но можно путешествовать несколько по-другому. Можно взять альбом, можно это обговорить с соседкой. Можно, пока говорит одна моя знакомая, говорила, я путешествую, я каждый день встаю, прохожу вокруг стола 5 раз, потому что я не могу уже покинуть свой дом. Понимаете, человек с позитивом отнесся к этой ситуации, вот когда действительно старость. Но и здесь она с улыбкой проходит свой маршрут. Понимаете? И на сегодня концепция Всемирной организации здравоохранения активизирует даже человека, который находится в постели длительно. В любом случае усадить. Да, сделать какие-то определенные упражнения с тем, чтобы человек вновь наполнился вот этой жизненной энергией. Движение – это жизнь. Пока мы в движении, то здесь есть размеренность и радость каждый день, каждое мгновение. Очень многое зависит от наших установок. Возможно, мы воспринимаем старость как очень неприятное время, а на самом деле это время свободы. Свободы, где твой выбор, только я делаю свой выбор в пользу. В пользу я буду счастлива в том случае, если я, допустим, не имея большую пенсию, я себя в чем-то ограничу сегодня. Но я себе позволю то, что я хочу. Ну, это на мой взгляд. У вас очень позитивный взгляд, Наталья Анатольевна. Думаю, не все наши телезрители могут согласиться, но это ваша точка зрения, и она, в принципе, активно работает, потому что сегодняшних волонтеров в компании, которых мы ходили, гуляли по Одессе, говорит о том, что да, и в теперь уже назовем в элегантном возрасте можно сохранять активность. Вы знаете, я бы сказала, нужно быть активным. Да, с меньшей нагрузкой. Но если, допустим, раньше делал 100 шагов, то уменьшить их до 50 или 70, да? Но не останавливаться ни в коем случае. Можно быть активным. В городе много таких мероприятий, которые есть для любого пакета, как говорится, эконом-класс точно так же. Есть бесплатные концерты. Есть у нас великолепные парки в городе. У нас есть в каждом хорошее, допустим, придомовые территории, просто прогулка утренняя или вечерняя вокруг своего дома, просто выйти из подъезда. И как бы ни складывались обстоятельства, нужно оставаться позитивным, нужно оставаться активным, нужно быть открытым к новым рекомендациям на сегодня. Вот в том, что жизнь – это действительно подарок. И пусть она не повязана бантиком, это не моя фраза, но нужно ее именно так и принять. Что может быть прекраснее утренних рассветов? Что может быть прекраснее для того, кто не может выйти, просто смотреть в окошко? И подышать воздухом. Я не говорю о том, что мне сейчас, я знаю, как мне говорят, на проспекте рано утром нет транспорта, и действительно воздух свежий. Было бы желание подарить улыбку миру, и тогда мир улыбнется тебе. Будешь активен ты, стараться вот активность в том, чтобы, знаете, в большей степени формировать хорошее, доброе к своему соседу, к своим друзьям, к своим детям, к своей семье. У нас вот возраст элегантный, он предполагает, наверное, передачу того опыта, который очень необходим для молодежи. Независимо от обстоятельств, сохранять вот этот оптимизм, сохранять уверенность в том, что все сегодня хорошо, завтра будет еще лучше, с учетом своей позиции, своего подхода к этой ситуации. И поверьте мне, у каждого из нас, из нашей организации, у людей, есть свой сложный путь. Не всегда он был таким, знаете, успешным и проторенным. У многих за плечами много потерь, больше потерь, потому что возраст.
Но тем не менее они научились радоваться жизни, они научились дарить эту радость другим. Они научились забывать о своих проблемах и идти, потому что надо прийти к другому и разделить с ним вместе вот все свои прелести этого времени. Времена не выбирают, в них живут и наслаждаются этой жизнью. Друзі, знайдіть в своєму серці місце для радості, яка наповнить вас благодатною силою. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.